В Белоглинском доме культуры состоялся конкурс инсценированной песни детсадовских команд «Будем в армии служить». Перед началом выступлений воспитанников дошкольных образовательных учреждений приветствовала заместитель главы района Светлана Парахина. Очень отрадно, что в нашем районе система патриотического воспитания закладывается с самого раннего дошкольного возраста. Но, конечно же, мы не должны забывать о том, что не все зависит от наших педагогов, которые, конечно же, стремятся к тому, чтобы наши дети росли достойными защитниками нашего Отечества. Все закладывается из семьи. И самосознание наших детей, конечно же, в первую очередь зависит от вас, наши уважаемые родители. Я надеюсь, что сегодняшний конкурс всем подарит заряд положительной энергии, заряд позитивных эмоций. И, конечно же, вы все получите хорошее, замечательное настроение от выступления наших замечательных ребят. Воспитанники детских садов исполняли известные военно-патриотические песни, такие как «Служить России», «Идет солдат по городу», «Аты-баты», «Едут по Берлину казаки». Каждое выступление сопровождалось театрализованной постановкой. Чтоб всех врагов мы победили быстро, я стать хочу танкистом. Я научусь машиной управлять, ездить хорошо и хорошо стрелять. Все будет так, ну а пока я в бой веду вот этот танк. А я хочу на истребителе летать, хочу героем знаменитым стать. Оценивались не только вокальное и танцевальное мастерство, а также исполнительское, артистизм детей, костюмы, декорации музыкального номера. Нелегко членам жюри было определить лучший детский сад, поэтому победила дружба. Все участники стали лауреатами муниципального этапа конкурса, награждены грамотами и призами. Грамотой награждается команда детского сада номер 7. Массу положительных эмоций получили и участники, и зрители конкурсной программы. Светлана Парахина поблагодарила педагогические коллективы детских садов за подготовку музыкальных номеров, а родителей и воспитанников за поддержку.